Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Doom 3 в последней серии. Мы, собственно, находимся на заводе, как он там называется, МПРО. В последней серии мы сюда прибыли по следам правительственных агентов, которые тут посланы навести порядок. Но, по сути, у нас задание совершенно другое, конечно, нам нужно... По поручению... Ой, не важно, потом расскажу, короче. Ты посмотри, как не живучи. Да сколько у вас тут елки-палки. Ой, уйди, уйди, дурак. Все, готовы. Отродье, мать вашу. Короче говоря, нам нужно... Сержант Келли попросил нас связаться через коммуникационную установку с флотом Земли, чтобы они прислали подкрепление. Больше некому. Все либо померли, либо близки к тому. На этой машине, кстати, проехал Свон со своим телохранителем. Вокруг по-прежнему гуляют крайне приятные звуки. Кто-то завывает, кто-то орет. Постоянный капец, короче говоря. Человек с объеденным лицом, что тоже неплохо. Вставать вроде не собирается. Ой, ты... О, твою мать. Ой, ты... Да ёлк. Валим, валим. Ой, валим, валим. Да вы издеваетесь, что ли? Какой живучий. Фу, чуть не поймали. Да и запила. Отлично. Это, по-моему, любимая вещь моя будет в этой игре. Ой, какой приятный звук. Так, хотел передать привет тем зрителям, которые просят сделать звук в игре погромче. Это вам. Так, ладно. Давайте почитаем PDA, что там пишет человек. Что у него там было-то? Хаммер мы читали. А, его зовут Джеймс Холлидей. По вопросу о транспортировке. Это мы читать не будем. Вернее, слушать. Рон Ридж. Эти чертовы бензопилы. Привет, Джеймс. Что нам делать с этой горой бензопил? Скоро прибудут две партии медицинского оборудования, а нам некуда их класть. Кому голову пришло отправить нам бензопилы? Зачем вообще нужна бензопила на Марсе? Где тут пилить? Но в любом случае тебе придется помочь мне избавиться от этого хлама. С уважением, РР. Ну да. Но мы нашли, что пилить. Управление логистики площадка 1. USC приняла решение прекратить все исследования на площадке 1. Это включает также и проекты МакНейл. Немедленно примите меры по вызову и складированию полезного оборудования в управлении логистики. Вон как. Понятно. Так, что еще? Давайте попробуем. Я думаю, мы так долго не проживем, конечно, с ней, если будем бегать. Но, по крайней мере, это круто. Теперь уже не кулачками будем в отмах идти. Да, рвет не особо, нас успели укусить. Хорошо. Плазму наварили. Вот в этой игре, что меня раздражает, то, что постоянно ты вот подбираешься, и может какая-нибудь стена отъехать, а оттуда вылезет, я не знаю, там что-нибудь совсем непотребное уже. Сюда скотина. Так, хорошо. Ну, в принципе, прикольная штука, я думаю, она мне пригодится.
ход, кстати, в которой части, вернее, в прошлой части, которую мы запомнили, он так и не пригодился нам нигде. Возможно, где-то сзади там был. Ой. Ой, ёлки-палки. Сохранись, пожалуй, если никто не против. Хорошо. Ой, у парня головы нет. Всего остального тоже. Приятное место такое. Хоть живи здесь. Открыто. Так. А вот это... Ой, я так... В принципе, ЗПА решает. Хорошо. Так, это очередной отряд, похоже. Далеко не ушел, да? Перестрелка была, они, похоже, туда отстреливались, там все порешено. Но. Так, а что мы тут делаем? Это еще что за сюрпризы? Нехватка энергии. Отлично. Так, нам что, назад идти? У нас, в принципе, вот тут дверь еще была. А, теперь она работает, да? А, блин. Бензопила, мать вашу. Ой, какие приятные звуки за этой двери. Отлично. Надо было пилить. Вообще надо прекращать уже пользоваться всякими оружиями ближнего боя. Так, это что у нас тут вообще? Тоже совсем ад какой-то, да? Или может это с пола накапало? С потолка я ничего не несу вообще. Интересно, она сожжет меня, нет? Я думаю, так будет безопаснее. Так, сверху нас уже кто-то ждет. Причем не один. Да что ж такое, что просто достали уже. Так, на служебном лифте попасть в верхнюю комнату управления, открыть двери ремонтного блока. Во как. Так. Тварь. Так. Идут. А, это ты? Фу, так. Я, конечно, уже начал привыкать, но это, по-моему, полный пипец. А сюда идти вообще не хочу. Кто-то ржет еще там. Тихо.
Тихо. Так, наша аптечка. Не, ну вы слышите это дерьмо? Это ж... это ненормально. В этом люфте кто-то есть. Капец. Да блин, только не ты. Ой, я ненавижу этих тварей. Ладно, хоть плазмоган был в руках. Так, братюнь, что происходит? Братюнь явно не ответит. Тут чей-то оторванный. Не знаю что. Если вы понимаете, о чем я. Так. Пора валить. Валить из этого места. О, тут вообще кетчупа сколько. Ой, так сядем поудобнее. Чё-то я ж... Чё-то я аж прям сдаваться начинаю. Блин, да что ж ты? Так, отлично. И куда это мы попали? Вот тут внизу мы вроде были уже, да? Что-то есть такое ощущение. Очередной КПК. Вызвать лифт. Сейчас я его вызову и пойдет просто какой-то... А, мы, наверное, вот по этим штукам пойдем. Так, ну сначала мы почитаем КПК. Рон Ридж. Здесь тоже постоянная проблема, были несчастные случаи. Проблема с доставкой. Junctions need safety adjustments as well as recommitment to driving safety by all personnel. The M-Protocom просили персонал соблюдать технику безопасности, но случаи только продолжали происходить во все большем количестве. Absolutely. No recreational vehicle passage should be allowed during peak hours. All personnel should use monorail travel whenever possible to keep cargo shipments flowing smoothly. В итоге решили, что обычного персонала лучше не использовать монорельсу в угоду грузовым транспортом, иначе ничего не успевали. Service lift called to station. Так, лифт. Лифт занят. Отлично. А, вот он едет. Подожди. Хорошо. Тогда что у нас здесь? Офигеть, это что такое? Пойдемте проверим. Ну, конечно, все это тот припёр. Яйца. Пошло. Ну, вроде не агрессивная, да, хрень? Просто чавкает громко. Отлично. Так, и пока более-менее спокойно, давайте мы читаем КПК Рона Риджа. Что у него на почте там? Управление UAC. Доступ к ремонтным лифтам. Рон, с этого момента следует ограничить доступ к техническим лифтам. На некоторых из них можно попасть в области, закрытые для персонала с ремонтным допуском. Усилить меры безопасности следует немедленно. Так, второе. Это Джеймс Холлидей. Рон, понятия не имею, что с ними делать насчет бензопил.
Может, ты их просто сбросишь в пропасть возле завода Энпро, куда уже отправилось прочее барахло. До этого я написал. Так. А, ну, в принципе, это мы уже читали. Понятно. Ну что, поехали. Посмотрим, куда это нас приведет. Тупик. Прикольно, махина. Вообще, вот это вот все просто напоминает дичайшее будет мясо. Даже Монавис похоже. Только там он не поворачивал, конечно. Да. Ты-то откуда взялся? Так. Ну, я ожидал чего-то такого. Поэтому ладно. Мы можем поехать сюда. Только зачем? Потому что мы там были. Мы можем поехать прямо. Где? Да где ты? Да, блин. Ой, я его не вижу просто. А, сверху, ну. Подождем, он явно к нам придет. Смотри, как он меня порубал, пока я втыкал, где он находится. Ну и он вроде не хочет. По проводам тоже будет довольно глупо переть. Ну давай, выходи. Не хочет. Глухо. Лифт не работает. Сюда мы не поднимаемся, я так понимаю. Хорошо. Фигли мы тогда сюда шли. Отлично. Так, мне интересно, током не шарахнет, если я сейчас. Ну да. Так, не стоит так делать, понятно. Нужно как-то. Неудачно я спрыгнул, скажу честно. Фу, так. Да, блин. Если бы здесь управление не было еще таким аморфным каким-то. Да, блин, да что ж ты. Слишком такое неотзывчивое, плавное, как будто ты на подвеске там какого-нибудь. Я не знаю. Лимузиновской. Да что ж ты. Понятно, будем знать. Мой косяк. Фу, сохранимся быстрее. Сами поедем. Тут наверняка можешь запрыгнуть. Ну ладно, не будем. Ох, твою мать. Это что такое? Игра, перестань. Где, где, где? Эта игра каждую серию меня просто удивляет своими извращенскими приколами. Так, и в ту сторону. Хотя, в принципе, туда можно было подать. Вот эти твари скорее не страшные, скорее смешные. У нас есть дверь там, а сюда нам, мне кажется. А нет, мы сюда не попадаем никак. Хорошо, почему мы сюда пришли? Видимо, ничего. Так тогда. Отлично.
Внушает. Где еще один? Я еще слышу. Ух ты. Так, я хочу вниз все. Ну и как обычно, сейчас меня за жадность накажут, да? Да нет, вроде. Хорошо. Вон, пойдем дальше сюда. Так, пока. Не ушел. Он постоянно, когда появляется, рядом с ним падает труп. Интересно, с чем это связано? Может, он от него питается как-то? Так, сейчас дверь откроется либо тут, либо... либо там. Ну, поняли. А, нет, тут. А там открылось, нет? А там нет. Понятно. Так, хорошо, давайте посмотрим. Куда же... Не знаю, но пока вот в ближайшей серии 3 я могу сказать, что сюжет... А, ты смотри, куда мы пришли. Мы пришли на начало. Зачем? В ближайшей серии 3 у нас ничего не происходило. Сюжет кончился. Но экшон был, конечно, такой забористый, качественный. Так, для чего мы вообще все это сделали? Потому что, по сути, мы вернулись туда же, откуда начинали. Вот отсюда. Service lift called to station. Лифт сейчас приедет сюда. Куда нам ехать? Тут разве его вроде больше не было? Может, задание какое написано. На служебном лифте попасть в верхнюю комнату управления и открыть двери ремонтного блока. И как мне это сделать? А вот, смотри. Выше можно? Капец, а я не знал. Но я даже знаю, где это. Кстати говоря, вон что я пропустил. Так, мух назад. Да, блин, кто там опять? Короче говоря, помните, у нас где-то там в коридорчике. Вот тут, по-моему, где-то. Ой, нет, сюда я больше не хочу. Даже знаю, что там никого нет. Где-то... Или там, вон, за углом. В общем, где-то здесь был небольшой подъемчик, я не знал, как на него попасть. Видимо, вот так мы туда сейчас и заедем. Не оно явно. Да, блин, как не вовремя. Готово. Тут, кстати говоря, ну-ка, если попробовать. Вон что. Тоже неплохо. Ну, давайте тут осмотримся. Вообще, это не то место, о котором я говорил. Еще лифт. Так, а тут что? Понятно. Так, очередной труп. В
где-то. Готов. Так, ну пора бы уже куда-нибудь добраться, нет? Потому что мы уже бродим тут час, наверное. О, так. Отлично. Да блин, как это... Как это криво все работает в этой игре. С плазмоганом давай. Походим. Есть дорога направо, налево. Пойдем налево. Пойдем. Да он просто не может подойти. Хорошо. Нашли таки. Отлично. Так, у нас тут есть возможность... А, вон открыть зону. Установлена блокировка. Блокировка системы охраны в 1320, код доступа 73, пользователь Кэмпбелл. Свяжитесь, понятно. Главные перевозки. Так, ну и все. Пойдем тогда обратно. Посмотрим только, что у нас тут. Ну, по сути, да, ничего особенного. Можно прямо тут спрыгнуть, только мы убьемся, наверное. Ой. Не, ну мне везет постоянно, что на эти твари у меня падает плазмоган. Иначе они меня просто съедят. Так, тупик. И сюда мы шли. Ради вот этого. Учитывая, что нам полное здоровье дали только недавно. Это было все зазря. Окей. Погнали тогда обратно. Ну, в принципе, нормально. Так, сюда и куда дальше? А вот у нас еще такая штука есть. Я про нее говорил как раз. Сразу ее посмотрим. Хотя что нам тут? Лифт сломан, там фигня лежит. Ладно, поехали дальше. Так, подожди, я не туда приехал. Вот это меня беспокоит, конечно. Все, отлично. Что-то чавкает опять. Пожалуй, сохранимся. Звук, конечно, неприятный, но знаете, как-то всю серию шло у нас... В основном такое количество монстров смешное, что даже особой конкуренции не было. Так. Вот. Что бы это значило? А зверин какой-то. Пес. Нет, ну все-таки это такая игра, которой тебя должны бояться. Все, дурин кончился. Ох, вот тебя накрыло, братюнь. Ладно, допустим. А там сверху кто-то по-прежнему орет. Блин, ну прикольная штука. Патроны. Все, уходим. Как я его вообще нашел-то? Совершенно случайно. Давай, давай, давай. Отлично.
Опять шлюз. Так, давай. Вот, как раз они уезжают. Так, ну и нам надо, пожалуй, как-то поспешить, что ли? Я не знаю. Минус. Да свали ты. Все, теперь маленько подышать. И вперед с песней. Так, хорошо. Отлично. Покинуть транспортный узел. Все, в центр связи пришли. Надо сказать, эта серия была чистая экшеновая. Смысла в ней особого не было. В основном ходили, стреляли. Но, тем не менее, давайте на этом закончим. В следующей серии уже, я думаю, отправим это сообщение. Я думаю, тут уже достаточно близко конец игры. А, как бы там ни было, все круто, потому что ID умеют делать боевики. Но в плане хоррора серия довольно сильно разочаровала. Страшно особо не было. Монстров выдавали по небольшим порциям. Ну, то есть по 3, по 4 там... Отмахаться было легко. Короче говоря, посмотрим дальше за развитием событий. Я верю, что дальше будет лучше, потому что все-таки уже что-то намечается у нас. Мы добрались до куда-то, да? В принципе, на этом все. Оставайтесь на канале, следите за обновлениями. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.